Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые коллеги, с вами Светлана Соколова, вы на моем канале и добро пожаловать. Если вас интересует, как подобрать кисти для дизайна ногтей, оставайтесь со мной, это видео про кисти. Заказала кисти для дизайна ногтей. Кисти мне пришли натуральные и синтетические. Натуральные кисти предназначены для дизайна ногтей водно-акриловыми красками. Этими кистями можно рисовать и акварельными красками. Я заказала эти кисти для того, чтобы рисовать китайскую и ежовскую роспись. И сейчас я вам расскажу подробно, для чего каждая кисть предназначена. Для китайской росписи водно-акриловыми красками подойдет вот такая плоская кисть номер 4. Для тонких линий и контурных прорисовок подойдет нулевочка. Для жестовской росписи подойдут вот такие кисти номер 2 и номер 1. Синтетические кисти бывают вот такие оранжевого цвета. Это чистая синтетика и предназначены они только для геля. И вот такие вот коричневые под колонок. Ими можно рисовать как водно-акриловыми красками, так и гелевыми. Если вы работаете только гель-красками, то вам подойдут вот такие искусственные кисти под колонок. Я заказала себе плоские кисти номер 2, 3 и 4. Прямой квадрат, а также две плоские скошенные кисти номер 2 и номер 3. Две синтетические кисти в виде язычка номер 2 и 3 подойдут для жестовской росписи. Синтетическая кисть под колонок 2.0 подойдет для контурных прорисовок как для жестовской, так и для китайской росписи. Синтетическая кисть вот такая оранжевая 2.0 подойдет для тонких линий. Обычно это клеточка, полосочка и любые другие геометрические дизайны. Кисть, с которой мне еще предстоит познакомиться, это гибрид. Белка плюс колонок номер 3. Эта кисть подойдет также для тонких контурных прорисовок. Кончик у нее из колоночка тоненький, а более широкая часть из белочки. Скорее всего, она подойдет для дизайнов акварельными красками. Раньше кисти торговой марки Рублев можно было приобрести только в художественных магазинах, что я и делала. Но сейчас появилась возможность сделать заказы через интернет-магазин. И вам пришлют кисти в любую страну, в любое место и любым удобным для вас способом. Я сейчас нахожусь на сайте art43.ru. Это кисти Рублев, профессиональные для моделирования и дизайна ногтей. Кисти здесь собраны по рубрикам. Кисти для акрила, для геля, для дизайна, для макияжа. Нас интересуют кисти для дизайна ногтей. В этом разделе есть три подраздела. Кисти из волоса колонка, кисти из синтетики, кисти из волоса белки. Нас интересуют, например, кисти из волоса колонка. Заходим сюда. В этом разделе собраны натуральные кисти. Выбираем ту, которая нам нужна, например, плоская кисть. Выбираем размер, размеры 2, 3 и 4. Тот размер, который вас интересует, выбираем, нажимаем кнопку «Купить». Кисть добавлена в корзину. Заходим в следующий раздел «Кисти из синтетики для дизайна». Здесь также собраны фигурные кисти, которые вы можете заказать и попробовать их в работе. И точно так же вы выбираете кисть, выбираете размер и добавляете в корзину. После чего заходите в корзину и оформляете заказ. Большинство мастеров выбрало эту торговую марку давно, и я не стала исключением. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, я вам показала и рассказала, как можно сделать заказ, как можно выбрать кисти Рублев. Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным. Если да, то обязательно поставьте пальчик вверх. Не забудьте подписаться на мой видеоканал. Увидимся очень-очень скоро. С вами была Светлана Соколова. Пока-пока!